В лицее номер 14 прошел осенний бал, в котором приняли участие учащиеся и их преподаватели. Я считаю, что каждая девочка, каждая девушка хочет ощутить себя Золушкой или Натальей Ростовой и окунуться в атмосферу 18-19 века, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды молодого человека и показать свои наилучшие качества. Бал получился красивым и торжественным. Школьники танцевали так, что это не могло не вызывать удивления у публики. Танцевать на балу непросто, надо уметь это делать. Мы поинтересовались у лицеистов, для чего им, людям из времени совсем других танцев, размеренные и достаточно сложные ритмы, полонеза, мазурки. Зачем им этот осенний бал? По-моему, это прекрасная штука, потому что ты можешь выразить свои мысли через танец, эмоции, найти интересную девушку как вариант. Всегда красиво выглядит, и если девушка танцует, я считаю, это большой плюс. Мне кажется, что это очень развивает пластику, и мне кажется, что культура женщины в целом повышается, и ее женственность, она, соответственно, больше проявляется. Что интересно, осенний бал в лицее номер 14 имени Юрия Алексеевича Гагарина проводился впервые. Совершенно точно этот праздник понравился и старшеклассникам, и ребятам из младших классов, которые тоже танцевали, вышагивая сложные пока для них па. Ну а каждому из них это пригодится обязательно, как минимум на общем выпускном балу, который в муниципалитете уже стал традиционным, где обязательно будет вальс. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.